Ермолинскому храму недавно исполнилось 190 лет. Несмотря на внушительную дату, церковь и в наши дни сохранила первоначальный вид. Ее никогда не закрывали, даже в советские времена. Здесь всегда людно. Прихожане очень любят это место. В Видновском благочине последний храм, в котором еще существует колокольня, вот на Светлое Христово Воскресенье. Да, дети приходят из всех детских садов, школ нашего города Видное, чтобы позвонить и воочию увидеть, как звонят колокола. Накануне 1 сентября здесь собрались прихожане со своими детьми. Настоятель храма священник Виктор Естремский в своей проповеди рассказал о воспитании. Давайте научим наших детей любить Бога, любить ближних, научим молитве, научим заповедям Божьим, чтобы они верой, вот этой нравственностью руководствовались в своей пока еще юной жизни. Всех вас поздравляю с началом учебного года. Ермолинский храм стал участником акции «Собери ребенка в школу». Для юных прихожан приготовили очень важные и необходимые для учебы подарки – школьные рюкзаки. Помог в этом местный благотворитель Андрей Макалкин. Не первый год он помогает в этом добром деле. Внутри каждого ранца – сюрприз. Спасибо, что подарили такой очень классный подарок. Отличные подарки, всем нравятся. Подарками довольны не только дети, но и их близкие. Для каждой многодетной семьи это большая помощь. Хочу сказать спасибо за такую помощь для многодетных семей. Все очень круто, нам очень понравилось. Теперь мы будем учиться только на одни пятерки с такими подарками. В День знаний можно пожелать школьникам успехов в учебе, а подарки станут приятным дополнением в новом учебном году. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.